Алена Боброва обратилась за помощью. У меня задолженность по штрафам в ГИБДД 37 тысяч рублей. Возможно ли просить рассрочку? Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность отсрочки административного штрафа при наличии обстоятельств, вследствие которых штраф не может быть уплачен в срок. В этом случае отсрочка производится на срок до 1 месяца. Кроме того, с учетом материального положения лица, привлекаемого к административной ответственности, уплата штрафа может быть рассрочена до 3 месяца. Вот эти все вопросы решаются органом или должностным лицом, которые вынесли постановление наложения штрафа, и для этого законом предоставляет срок 3 дня. Алла Колебина хочет узнать, имеет ли право государственная поликлиника брать деньги при предъявлении полиса, паспорта и СНИЛС? Медицинская помощь оказывается бесплатно. Ну, то есть за счет соответствующего бюджета, если данная услуга включена в государственную программу поддержки. Это первое. Кроме того, у нас поликлиники вправе оказывать и платные услуги. И если у гражданина есть сомнения, должна ли быть эта услуга оказана платно или бесплатно, мы бы рекомендовали обратиться с разъяснением к руководителю этой поликлиники. А в случае, если ответ не устроит или все-таки непонятно, в Министерство здравоохранения Красноярского края. Василий Туговиков интересуется, можно ли поменять сумму выплат по договору, прописанную в долларах, если курс стал другой? Изменение условий договора, в том числе о цене договора, допускается только по взаимному соглашению сторон. Если такое взаимное соглашение отсутствует, то в одностороннем порядке договор может быть изменен либо расторгнут только в судебном порядке. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.